Привет, стримаши. Ролик про еду. Ну, как бы дешевую еду, или как можно что-то дорогое подешевле купить. По сути, продается примерно везде одно и то же, одинаковое качество продуктов. В России очень плохое. Ну, это как бы и ожидается. Россия разваливается, и спасать ее не нужно. Потому что если ты пытаешься ее спасти, она воссоздаться в прежнем состоянии, и опять будет людей грабить и убивать. Так. Что здесь? Помидоры розовые, азербайджанские стоят от 200. Ну, по-разному, где-то 150, иногда даже и 260, чуть ли не 300 рублей. Неплохие помидоры. Ну, розовые они, потому что розовые, но очень хрупкие. Пока их несешь, они могут лопнуть, все протечь, то есть для них нужны специальные коробочки. Хорошие помидоры, но дорогие, это можно сказать для какой-то элиты. Ну, тут они вскидали просто в одну коробку. Я купил, естественно, не по цене, не по 300 рублей, а намного дешевле. Просто были скинуты в коробку все подряд. Ну, а я, конечно, запомнил, как выглядят розовые помидоры. Вот их видно здесь сразу. Раз, два, три. Вот это. Ну, не из зеленых, а так и по виду у них более тонкая кожа. Так. И этот помидор на ветке называется. Не знаю, где. В парнике, наверное, где-то российский выращивается. Но как бы он, ну, внешне мне нравится, зашибись. Цена 150. Ну, если в кучу накидают дешевым, то дешевле будет цена для вас. А манго. У них вес разный, так что цену ставят за штуку. Так что если выбираете, выбирайте по весу больше. Можно на весы положить и взвесить. А разница может быть 100 грамм. Этот 29 рублей стоит. Сильных дефектов я в него не вижу. Маленькие какие-то пятна. Но такие пятна бывают и в пятерке. Ну, надо разрезать, смотреть, чтобы внутри не было темных пятен. Тогда, значит, нормальный товар. Стандартная процедура. Ну, по вкусу нормальные, вполне нормальные. Но обычно стоит 200-300 рублей манго килограмм. Тут получается, если 300 грамм, он то где-то рублей 90-100. Это вот такой же с пятнами. Ну, долго провалялся. Может испортиться через неделю. Так. Яблоки, я не знаю, что за сорт. Сладкие, мега дешевые. Блин, что волос какой-то. Ну, относительно дешевые. 40 рублей. Дефектов вообще нет. Ну, немножко помятая. 40 рублей. Отлично. Пятерочка. Дарины воском обмазанные. Это опасно, потому что оно все равно может высохнуть, даже если воском обмазан. 40 рублей были в ленте. 40 рублей — это круто. Дешевле картошки. Ну, за такую цену. Так, сколько я там?
5 минут записываю. Яблоко, сорт, я даже не знаю, вот такое вот сплющенное, кругленькое, дефектов нету. Фиджи или Фуджи, вот оно стоит около 100 рублей, но если накидают более дешевым, то купите по цене более дешевых. Вот такая особенность, такое кругленькое и как вот здесь сплюснуто вот с двух сторон, прикольный такой вид, вкус отличный, сладкие такие, сладенькие яблочки, насыщенный сладкий. Лучше намного вот таких вот яблок. Но это типа фирменные какие-то яблоки. Они не так часто встречаются. Так, ну, в общем-то, все. Еще. Так. Траву я тут нашел в ларьке, петрушку, укроп по 190 рублей килограмм. А всякие ленты перекрестки продают очень дорого, по 40-50 рублей 100 грамм, то есть 400-500 рублей 100 грамм. Вот это просто ужас, то есть представляете, какие у них наценки. То есть еще в ларьке продают с прибылью 190. Ну, лук дороже 200. 250 или 290, что-то я забыл, килограмм. Вот. Ну, на этом все, пока, стримаши. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Всем пока.